переводится слово vanish или vanish по-русски. Раз, два, три. Vanish — это исчезать. Tide — это прилив. Что такое axe? Раз, два, три. Axe по-английски — это топор. Если кто не знал, huggies переводится как обнимашки. Мыло dove. Dove по-английски голубь, даже маленький голубок изображен. Стали бы вы покупать мыло с названием голубь? Я сомневаюсь. Бритва Venus. Venus переводится с английского как Венера, богиня любви. Знали об этом? Old Spice. Old старый спайс — это приправа. То есть это аромат для старого перца. А помните такое печенье из 90-х Wagon Wheels? Переводится как колеса повозки. А не прикупить ли нам две пачки колес повозки? Очень классное печенье, мне очень нравится. Я надеюсь, что все правильно произносят название этих конфет. Не M&M's, а M&M's. Как рэпер M&M. M&M's, M&M's, M&M's.